Это что у нас? Это перепелки. Перепелки? Да. Под названием голуби? Да. Вонючие такие. Да, смотри. О, свежак? Свежак. Да. Сейчас еще края поджарю и готово. Что мы кушаем? А ну покажи. О, свежак, свежее мясо. А что есть? Продуктов заканчивается? Женщину с нашего подъезда решили захоронить. Сегодня 30 марта. Это блицкриг по-российски. Говорили, за 3 дня очистим город от нацистов. Блицкриг — это по-российски, это уничтожить мирных граждан и их дома, а также оставить их без еды. По сусідству з Колею жила моя дівчина Віка. Я розумів, що постійно в підвалі знаходитися неможливо. Я спробую піти до Віки і пожити поки що в них. Отец лежит, его Колин. Вот взрыв какой произошел. Может, уйдем или как? Я думаю, надо уходить. Тут ничего не будет. Если они там, Коля, если они там, они уже не живые, понимаешь? Понимаю. Ну ты сейчас будешь трупом, блядь. Пойдем отсюда. Или они под завалами остались, или они там уже... В погребе мертвый. Запаха нет. Нету, да? Нету. Либо под завалами, либо... Нет. Либо не ушли. Либо ушли, но вряд ли ушли. Нет, там под завалами. Папа разложился. Я случайно на него наступил и... Там таз погиб. Оголился. Из подвала. Запаха не было. Не было. Значит, они ушли. Куда ушли? Они бы сюда пришли. Смотрите. Понимаешь или нет? 12 дней уже прошло. Если трупного запаха нет. Их завалило. Ветер был, мы не слышали этот запах. Можем сходить, когда уже перестрелок не будет. Вообще не будут стрелять, тогда мы можем... Спокойно на полдня пойти, там все разгребсти и убедиться на 100%. Понятно? Только так. Из-за захоронения.